Приветики, мальчики! 6 октября на Netflix выходит новый фильм, главные роли в котором играют Бенисио Дель Торо и Джастин Тимберлейк. Что-то невероятное грядет. Фильм этот на одних сайтах обозвали рептилия, на других рептилии. Ну, в общем, смысл понятен. Давайте смотреть официальный трейлер. Как вы себя чувствуете? Мы тут расследуем одно дело. Блин, суперски выглядит. Это дело, это настоящий кошмар. Офигенно, вот эта атмосфера, вот эта актерская игра, охренеть. Так что же все-таки случилось? Netflix. Я вошел через парадную дверь, и я позвал ее на помощь. Привет. Но никто не отвечал. А что было потом? Смерть. Могу я показать вам кое-что необычное? Это укус. Именно из-за этого Тед Банди попал в больницу. Как вы думаете, кто это мог сделать? Несколько ночей назад этот парень заявился ко мне домой. Он вел себя странно. В чем его странность? Что нам больше всего нравится в этом деле? Я пойду вместе с твоим бойфрендом. У вас есть подруга? Я возьму с собой этого чудака. Я еду с бывшим мужем. Могу ли я быть подозреваемым? Подозреваемые все. Расскажешь, что происходит? Бенисио Дель Торо. Вам нужно подумать о своем будущем. Вы не можете постоянно быть полицейским. Вы умеете хранить секреты? Я открою вам один секрет. Но сначала сделайте для меня кое-что. Теперь все будет только хуже и хуже. Вы меня не слушаете. Убирайтесь. Хорош. Красавец. Чё, кого? Рептилия. Отличный трейлер в духе превосходных сериалов, которыми занимается Netflix. Прекрасные актеры, замечательная, невероятная, суперская актерская игра, прекрасное качество картинки. Я очень сильно хочу посмотреть, заценить. В общем, буду ждать этот интереснейший фильм. Это «Антивирус» был. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал за новыми видео. Пока-пока и дергайте меня за бока.